позвольте. Еще мума. Ой, ну хватит, Жошик, не надо. Нет, я желаю, ну, пойдем, желаю Жошик, за пойдем. Свои деньги. Прошу. Спасибо. Ты что принес, а? Это Прожаю. Такой же мум, как я, фрейлина. Распоясались, сволочи. Жорж, да ну ты не молчи. Надо, я тебя прошу. Я не тебя хочу. Не спрашивали, я не хочу, Шлёха, Жорж. Да, ну пойдем уже, дорогой. Цемлянской за счастье. Ну так пей. Пей, сиди. Давай сюда. Встань. Так. Еще меня выпьешь, выпьешь. Жорж. Пошел вон. Вон пошел быстро. Жорж. Да, вот это. Ну, Жоржик. Что, Жоржик, пей, шлюха, иначе силой волью. Пей. Жорж. А. Жорж, ну я не хочу. Жорж. А ты кто? Счет. Садитесь, господин матрос, мигом домчу. Господа, гальюн драйв и тебя поджидает. На Петровку далеко. Ну, ежели серебром полтина. За 2 гривны свезешь. Ясно. Вам теперь не откажешь. Да только нету в Москве цен таких. Украли сумку! Катерина Копыч, побереги остатку! Украли! Стой! Господи! Благодарю. Спасибо, любезный. Спасибо. Быстро бегаешь. А чистая работа. Все, приплыли. Ты арестован. Это декрет новой власти. Каждый, кто в тельняшке, может арестовывать. Пойдешь со мной. Думаю, что для ареста у вас нет ни оснований, ни полномочий. Не считая револьвера в правом кармане, я полагаю, система нога. Хочешь проверить? Слушай, я так устал. Мне некогда. Держите. Хотите стрелять? Ах ты, крыса трюмная! Да я тебя без нога! Да, да уйди ты! Ты, буржуй, спокойно. Спасибо, товарищи. С тобой, контра, в другом месте поговорим. Товарищ Соколов, направлен к нам из Петрограда решением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Ну что ж, поработаем, это Петр Иванович. Донбергс, Рихард Оттович, начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Ну, с моим замом, товарищем Гуртовым, вы уже, я вижу, знакомы. Как вы имеете опыт работы? Воевал на Балтике. Ранен был, да вообще больше мины травил. Между прочим, товарищ Соколов с 15-го года большевик, а по дороге задержал и доставил к нам грабителя. Это хорошо. Рихард Оттович, этого куда? Под видом обыска квартир грабил, сволочь. Под видом обыска, говоришь? Значит, доверие к власти подрывал. Да к стенке его весь разговор. В камеру пока, потом разберемся. Уводи. Ну, он же не один грабил. Познакомьтесь с Колодяжным. Это тоже мой заместитель. Это наш новый сотрудник Соколов. Дайте распоряжение, чтобы его поставили на довольствие. Ну и жильем решили. Пошли. А кого он там задержал? Не знаю, карманника какого-то. Вараксин Николай Александрович. Вараксина? Да, Николай Александрович, небось не думали, что так свидимся. А помните, как первый раз меня сажали? Ну, теперь эту камеру вместе будем делить. Вот оно, как всю жизнь изменилось. Для вас ничего не изменилось. Да, это верно. Вараксин Николай Александрович. Он! Точно он! Я его благородие с 1913 года знаю. Извините за недоразумение. Я бы хотел с вами поговорить.
У вас есть время? Да, уже есть. До свидания. Всего доброго. Мое почтение. Брата ждете? Да. До свидания, Анна. Да. Очень странно. Николай никогда не опаздывает. Ничего. Подойдет скоро. Вы позволите, я составлю вам компанию. Давно не беседовал с Николаем Александровичем. Ну да, конечно, Павел Анатольевич. Зачем вы спрашиваете? Благодарю вас. Ну-с, а как продвигается наша изящная словесность? Как вам сказать? Конечно, все до одного пишут с немыслимыми ошибками, но... Ну, разумеется, разумеется. Это же курсы рабочей молодежи. Я вот только совсем не понимаю, зачем им сейчас нужна моя история философии. Гонят их на лекции насильно. В аудиториях все сплошь в головных уборах с папиросками. И держат себя, ну, крайне развязно. Да я вовсе не это хотела сказать. Но некоторые, конечно, приходят из-под палки, но многие... Да-да, у многих такой энтузиазм, такая тяга к знаниям. Ну, вот видите, они возьмут свое. И нас с вами за ненадобностью упразднят. Нам нужна ваша помощь. Очень нужна, понимаете? Пресекать новой власти вас никто заставлять не будет. Вы будете заниматься тем, чем занимались всегда. Вы будете делать то, что делаете лучше любого из нас. Ловить преступников. Хотите, я скажу честно. Мы просто не справляемся. В милиции одни новички. Ни опыта, ни знаний. Ну, что скажете? Выпить есть? Что? Нет? Ну, тогда я, пожалуй, пойду. Ведь, насколько я понимаю, я больше не арестован. Честь имею. «Человек-зверь» – уникальная фильма. Высокие страсти. Не проходите мимо. Только у нас, только сегодня. «Человек-зверь» – это же сверххолодный который. Да. Режиссер великий Сабинский. Сабинского нужно на хорошем аппарате смотреть. А у вас, поди, какой-нибудь допотопный паноптикон Латама? Обижаете, молодой человек. Новейший витаскоп с прерывателем «Армата». Вот вы, как знаток, просто обязаны зайти, понимаете? Пойдем, говорю тебе. Пойдем. Проходите. Проходим, человек-зверь. Молодой человек. Молодой человек. Вы правильно остановились. Человек-зверь. А перед фильмы уникальные документальные кадры выступления Владимира Ленина на первомайской демонстрации на Ходынском поле. Ленин? А не врешь? Как живой и недорого. Ой, а кто это с ним был, а? Интересно. Так ужасно. Уют. Послушайте, я к вам обращаюсь. Тут и так не продохнуть. Прекратите курить. Не митингуй, папаша. Черт знает что. У меня, может быть, астма. Слышь ты, не мешай смотреть. Смотреть? Чего тут смотреть? Нам обещали фильм «Человек-зверь». А подсовывают. Смотри, смотри, мироед. Для таких, как ты, этот человек страшнее любого зверя. Но. Ну что, браток, спасибо, как говорится, за компанию. Бывай. Ага. Слушай, а не знаешь, в какую сторону здесь этот... Арсеньев переулок? В Арсеньев? Так это же прямо возле нас, правда, Катюш? Ну, возле нас. Так что теперь? Вместе пойдем? Конечно. Пошли. Идем. Ты... Как тебя звать-то? Петр Соколов. Денис Нагулин. А это Катя. Жена моя, между прочим. Так что предупреждаю сразу. Не приставать, не чалиться. А ты что, флотский? Не, напарник мой. На флоте трубил. А сейчас со мной на саратовском механическом. Ну, значит, свой. Пролетарий. А ты что, на прикид посмотрел, подумал, что буржуй? Я, видишь ли, Петя... Рабочий самой высокой квалификации. Лекальщик, слыхал? Мы в Москве проездом, между прочим. Да. У тетки остановились. Аккурат возле твоего Версеньева переулка. Наискосок. Вы не утомились ли, Анна Александровна? Нет.
Здесь уже рядом. Ну да. Я не понимаю, почему Николай так и не пришел. О, ну, не беспокойтесь. Уж ваш-то брат себя в обиду не даст. Да и вы не одна. Какая-никакая защита при вас имеется. Да. Что это? А, собак. Этих бедолаг нынче никто не кормит. О, господи, попрыгунчики. Анна Александровна, не бойтесь. Я? Что это? Не смейте! Прочь! А ну-ка, прочь! Помогите! Прочь, мерзавцы! Помогите! Прочь! Не трать ее! Погоди! Жди здесь. Стоять! Стрелять буду! Стоять! Павел Анатольевич! Стоять, мать вашу! Прошу вас, пожалуйста, помогите! Прошу вас, Павел Анатольевич! Я... Что с вами? Вы ранены? Павел Анатольевич, вам больно? Стоять, убью! Миленький, пожалуйста, не молчите, Павел Анатольевич, я... Доктора, прошу вас. Что случилось? Врача зови, что стоишь. Павел Анатольевич. Не уйдете, гады! Нагулин, не отставай! Пошел! За ней! Кто пошла? Стой! Укатили? Первый раз такое вижу. Совсем страх потеряли. Сволочи. Профессор сорвал маску у одного из бандитов. Скажи, ты видела его лицо? Не знаю, я не помню. Это не важно, они знают, что видела. Все, все, все! С сегодняшнего дня будешь выходить из дома только со мной. А потом мы уедем. Куда? За границу. Я обещал отцу о тебе позаботиться, и я о тебе позабочусь. Я никуда не поеду. Отец тоже никуда бы не поехал. Аня, ты это знаешь. Ты что думаешь, что все вернется, да? Все переменится. Переменится. Аня, переменится к худшему. Это не так. Да так или не так, бандиты видели твое лицо, а я видел революционную милицию. Они никогда никого не поймают. Ты посмотри, что они с тобой сделали. Я в порядке. Посмотри лучше, что с собой делаешь ты. Я занят. Я занят. Доброе утро. Вы? Я присяду. Не возражаете? Вчера у кинотеатра на Никольской было совершено нападение на мужчину и девушку. Что? А, да. Какие-то очень странные налетчики. В народе их прозвали попрыгунчиками. Я возьму это дело. Я рад. Очень рад, что вы наконец-то все-таки согласились работать с нами. Поверьте, для нас это... Вы меня неправильно поняли. Я сказал, что я возьму именно дело попрыгунчиков. Понятно. Ну что ж. Я не против. Но... А почему именно их? Налетчики надевают саваны,
передвигаются прыжками. Любопытно. С профессиональной точки зрения. Ясно. Но ведь, наверное, не только поэтому. Нет, не только. Вчера они напали на мою сестру. Так-то девушка ваша сестра. К тому же она видела лицо одного из налетчиков. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит. Ах, вот что. Вы боитесь, что вашей сестре угрожает опасность. Москва – город большой. У бандитов найти вашу сестру – один шанс из тысячи. И поверьте, что этот шанс гораздо выше, чем… Чем нам найти бандитов. Именно. Спасибо за откровенность. Пожалуйста. Ну что, мы договорились? Временный мандат мы вам выпишем, я дам сейчас распоряжение. Но работать вы будете в паре с нашим сотрудником, который уже ведет это дело. Мне все равно. Ну как же так, Рихард Оттович? Но он же и из царской полиции. Сколько наших эти жандармы по тюрьмам сгноили? А мне теперь с ним на пару одну вахту стоять? Наших товарищей преследовало охранное отделение. А Николай Александрович служил в уголовном сыске. И у него есть чему поучиться. Да не буду я ничему у него учиться! Будешь! И все мы будем! И я в первую голову буду! Ну, что будем делать? А, ваше благородие? А вы как считаете? А что считаете? Давить их надо. Устроить облаву там, где вся эта сволочь пасется. Облава – это замечательно. Да, еще засады. Понять, где эти гады могут напасть. И силами милиции, рабочих патрулей. Революционных матросов. Вот именно, чтобы один махнул. У вас оружие с собой. Что это? Картотека и архив царского сыска. Вернее, то, что от него осталось после всех ваших революций. И то, что не успели спалить уркаганы, которые были выпущены вашей властью из-за стенков гнилого царизма. Да, архив, значит. А я с наганом. Да, это мне ловко. Молодец. Только я, ваше благородие, сюда не шутки шутить пришел. Меня партия направила, чтобы покончить с преступностью и бандитизмом. А вы серьезно полагаете, что с преступностью можно покончить? А что ж ты думал? Я навечно на берег списался? Нет уж. За год-два управимся, перекуем. И тогда ты, господин сыскарь, станешь никому не нужен. Поэтому, видать, и не спешишь никуда. Я не спешу. Я не спешу. А куда, простите, спешить? На облавы, в засады, неизвестно на кого, неизвестно куда. Все лучше, чем бумажки перебирать. Вы так думаете? А вообще, с чего вы решили, что вы можете заниматься сыскным делом? Это вам партия сказала? А что? Раз не белая кость, значит, не гожусь? Сядьте. Сядьте. Вчера вы были свидетелем нападения. Во что были одеты попрыгунчики, когда скинули саваны? Обыкновенно были одеты. Обыкновенно. Прекрасно. А на каком экипаже уехали? На тарантасе, в бричке, в трошках, на Ваньке или, может быть, на Живейном? У кучера борода была? Да не разглядывал. Лошадь какой масти, говорите? Не разглядывал я. Ну, лошадь вроде гнедая. Вроде. Вроде. Гнедая. Замечательно. И вы по-прежнему полагаете, что в вас есть толк? Хорошо. Только я тебе, ваше благородие, так скажу. Опыта мне, конечно, не хватает. Зато я главное знаю, за что я борюсь. Остальному научусь уж, будь уверен. А ты ройся! Ройся в своих бумажках, как
Ай. Смотри, Катюш, какого я тебе гостя привел. Ух ты. Здравствуй, Петя. Располагайся. Гости, это хорошо. А я уж боялся, не застану. Вы вроде уезжать собирались. Только... Да видишь, тетка заболела. Решили обождать. Я за самоваром. Ой, а как там старик-то тот, которого вчера порезали? Да живой. Подлатали. Нас еще с вами переживет. Собирай. Ой, что-то не сходится ничего. Собирай, не собирай. Я вообще-то по делу пришел. Насчет вчерашнего. А что насчет вчерашнего? Поймали кого? Да поймаешь, что с такими. В общем, братишка, помощь твоя нужна. Может, и соприметил чего вчера, а? Ну, как они одеты были? Уехали на чем? Кучер, может, помнишь, что там за кучер? Кучер, кучер, кучер. Тут вот что. Помнишь, я когда к тебе вчера подбежал, овес с земли собрал. Ну? Если овес рассыпали, значит, извозчик лошадь кормил. Стал бы, долго ждал. Бараночки. Угу. А там дворницкая недалеко была. Ну да, вроде, что? Так вот я что подумал. Если этот извозчик долго стоял, ждал, неужели он с этим дворником парой слов не перебросился? Точно. Так это ж надо... Кать, мы пока весь чай пить не будем. Это как так не будем? Надо заглянуть кое-куда. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не ведаю. Бать, да ты пойми, мы войдем в положение. Мы ж не начальство какое, мы приятелей своих ищем. Приятелей, говоришь? А если что, то мне позагрив? Да не в жизни, они только рады будут, что мы их найдем. Может, извозчик что говорил? Куда поехали? Да не видел я, не видел никакого извозчика. Не было извозчика. Хотя, погоди. Был. Точно. Ну-ну. И что, извозчик? Ну, извозчик долго стоял, пассажиров ждал. Мы с ним о жизни омолвились. Он говорит, ему нужно ехать в этот переулок, в этот, как его, на Рыщинский, говорит. Точно, говорит. На Рыщинский переулок. Вот ехать далеко, дорога плохая, а платит не очень. Адрес точно говорил? Адрес не говорил. Ну, что там на Рыщинский? Там да вот всего. Раз-два я обчелся. Всего ничего. Да, быстрее! Николай Александрович, вы с нами? Нет, не с вами. Я в госпиталь опросить потерпевшего. А, опросить, это, конечно, дело. Только что зря языками чесать, когда мы сейчас всю банду накроем. Между прочим, Соколов обнаружил логово попрыгунчиков. Логово где? На Рыжкинском переулке. Лихой парень, а? Николай Александрович. На Рыжкинском. Хотите принять участие в операции? С вашего позволения, нет. Пустая трата времени. Это почему? На Рыжкинский переулок – это два дома справа, три дома слева. Рядом огороды. Несерьезное место для серьезных бандитов. Так что зря скатаетесь. Ну, конечно, чё башку под пули совать? Их благородие трусы празднуют. Ладно, поехали. Да поймите вы, это мой коллега. Он ранен. Его некому больше навестить. Товарищ барышня, вот по-вашему, я зачем тут стою? Чтобы никого не пускать. Понимаю. Но мне хотя бы увидеть его. Как он? У кого? Передать? Не положено. Вот. Потому как время есть военное. Пускают только близких родственников или представителей власти. Я и есть представитель власти. Николай? Аня, я просил тебя не выходить из дома. В чем дело? Да ты мне скажи, в чем дело? Что с тобой произошло? Я побрился. Не стал тебя утром из-за этого будить. Прости, я не знал, что тебя так поразит. Барышня со мной. Пойду покурю. А парту кто доигрывать будет? Простите, я не могу этого осознать. Вы служите этой власти. Павел Анатольевич, я лишь расследую это дело. Мы с вами столько говорили об этом. Помогать преступной власти даже из благих побуждений. Разве это не преступление? Говорили, Павел Анатольевич, говорили, но абстрактно. Поймите, речь сейчас идет о жизни конкретных людей. Давайте вернемся к попрыгунчикам.
Я знаю, что во время нападения вы у одного из бандитов сорвали маску. Да. И вас, вероятно, интересует, как он выглядел. Примерно лет 30. Вы знаете, глаза такие пустые. Простите, я не смог его слишком хорошо разглядеть. Мне очень важно понять, почему один из нападавших применил оружие. Может быть, после того, как вы его увидели? Я понимаю вашу логику, но он достал нож до того, как я сорвал с него маску. И потому, как он приближался ко мне, как держал этот нож, я не знаю, как это объяснить, я почувствовал, я это увидел. Он шел убивать. Че, Харусин, ну что там? Тихо. Мы не опоздали, никто не выходил. Только входили. Мы вот с товарищем Нагулиным троих видели. Вам отдельная благодарность. Вот на каких людей должна опираться рабочая милиция, а не на этих ваших царских ищеек. Да, спасибо вам. Дальше мы сами. Тихо! Идем, иди, отставать! Отставать! Давай с черного хода войдем! Руки! Прыгались по прыгучке. И что? Оконфузились. А я считаю, что облава прошла успешно. Между прочим, один преступник убит, остальные задержаны. Да это мелочь, шпанка. А по прыгунчике, пока мы героически брали подвал, убили еще одну женщину. Ничего, ничего. Доберемся до них. Дайте время. Нет у нас времени, товарищ Соколов. Нету. По прыгунчике ведут себя в Москве, как у себя дома. А мы про них ни черта до сих пор не знаем. Ну, почему же не знаем? Немного знаем. Но, по крайней мере, я знаю. А здесь нет никаких «я», здесь только мы. Постарайтесь запомнить, раз уж пытаетесь с нами работать. Товарищ Гуртовой! Николай Александрович, у вас есть что сказать нам? Да, пожалуйста. Дело Ивана Бальгаузена. Бальгаузена? Да. Интересная фамилия для Ивана. Кто таков? Вы знаете, весьма занимательный тип. 3 года назад появился в Москве. Организовал банду, стал устраивать налеты, нарядившись саваны и прикрепив к ногам специальные пружины. Ядрёна копоть. Так что же это? Погоди, погоди. Ну, арестовать его тогда мы не смогли, поэтому фотографий в деле нет. Через какое-то время он вообще исчез, видимо, мотался по России. Год назад обосновался в городе на Неве. Известен под кличкой Ванька Живой Труп. Я сделал запрос к коллегам из Петрограда. Они телеграфировали ответ. Прошу вас. Так это что? Получается, что Живой Труп вернулся в Москву? Уже интересно. Интересно другое. Интересно, что Иван Бальгаузен к нашим попругунчикам не имеет ровно никакого отношения. Вот тебе на. Я изучил все, что касается Бальгаузена. Могу сказать, что он умен, образован, изобретателен, артистичен, склонен к внешним эффектам. Да, он бандит. Бандит. Но он не душегуб. А наши попрыгунчики убивают. Убивают женщин, убивают стариков. Убийство ради убийства. Нет, это не Бальгаузен. Это его подражатели, господа. Но если вы с очередной порцией революционной морали, давайте позже. В общем, так. Насчет облавы это я дурку свалял. И насчет архива это я зря. Вот как? В своем деле ты крепко разбираешься в факт. Ну так учи! Вы знаете, я очень не люблю, когда просьба звучит как приказ. Потом я действительно тороплюсь. У меня встреча с моим осведомителем. Погоди, так у тебя что, и осведомитель имеется?
Угу. Раньше была. Целая сеть. Ну, а теперь? Недавно одного встретил. Да и то случайно. Так что ж ты его сразу не тряханул? Ну, пока я думал, что работают гастролеры, в этом не было никакого смысла. А раз это подражатели, скорее всего, из местных. Тогда самый короткий путь к ним через осведомителей. Ну вот считайте, что первый урок я вам дал. Я с тобой. Понимаете, в чем дело? Я иду в ресторацию «Рим». Как бы вам объяснить? Последний островок прогнившего самодержавия. А вы своим видом распугаете всю публику, в том числе и моего информатора. Но если надо, я переоденусь. Бессмысленно. Даже в смокинге вы будете революционным матросом. Этого не скрыть, поверьте. Ну и что в ей пользу-то? Да еще за такие деньги. Сбавили бы хоть половину, а? Это же настоящий соболь. Я и так прошу сущие гроши, поверьте. Колбаску кровяную. Господа хорошие, подайте копейки. Постойте. Это вы? Что? Ну да. Это же вы тогда погнались за бандитами. А, вот та барышня, потерпевшая. Да, я же тогда даже не успела вас поблагодарить. Спасибо вам. Да ладно, было бы за что. Нет, не скромничайте. Вы же меня спасли. Меня зовут Анна. Петр, а тех гадов, что на вас напали, мы ищем. И обязательно найдем, будьте уверены. А, так вы здесь на работе? Кого-то разыскиваете? Да если бы. Костюм хочу купить. Ну, чтоб в ресторане за своего сойти. В ресторан идете? С барышней? Да, ну, с напарником. Та еще язва. Кто? Вараксин? Ну да. Погодите, вы что, его знаете? Не уверена, что достаточно хорошо. Он мой брат. Брат? Ах ты, ядрёна копоть. Вы уж не простите. Не оправдывайтесь. Характер у него наверняка уже успел вас как-то задеть. Но я вас прошу. Да я не обижаюсь, что вы. А знаете, я помогу вам купить костюм. Вы только посмотрите, какой добротный пиджак. Эх, от себя отрываю. Это вам не... Отошли, отошли. Это вам не какая-нибудь дерюга. Это самый настоящий твид. А что такое твид, вы знаете? Да. Впрочем, у кого я спрашиваю? Твид, молодой человек, это английское сукно, первый сорт. Между прочим, вы такого больше нигде не найдете. Правда? Ну, как? Вроде ничего, да? Ну, на кого я похож-то? На матроса, которому пытаются сбыть лежалый товар. Правда? Барышня шутит. Отошел, отошел. Послушайте, голубчик, нам не нужен ваш первый сорт. Костюм. Просто приличный костюм. Найдем. И чтобы брюки были с отворотом, рубашку в тон и галстук. О, галстук, пожалуйста. Нет, не какой-нибудь там самовяз. Настоящий английский галстук. Так, так, так. Где-то есть. Да, имейте в виду, мы лишнего не переплатим. Барышня, ну как можно? Я лишнего не попрошу. Попросите. Непременно попросите. Ну, ну разве что чуть-чуть. Ну вот, посмотрите, а? Так, что же еще? А как вам это? А, ну да. Чуть не забыла. Шляпа. Шляпа? Может, не надо? Надо, Петр, поверьте мне. Как бы я хотела увидеть лицо Николая, когда вы предстанете перед ним в таком виде. Позвольте присесть. Ну что, ваше благородие, не ожидал, что матросня по-буржуйски нарядиться сумеет? Шляпу. Что? Шляпу снимите. А. Яблочко, вот, поставлю. Да мне так хочется. Я умоляю вас, не привлекайте к себе внимания. Спокойно сидим, отдыхаем, слушаем музыку. Власть, да не воротится. Эх, яблочко, да на чугунчике. В Москве шалят ночами попрыгунчики.
в Москве шалят очами попрыгунчики. Эх, яблочко на подоконечке. Ну и долго мы так будем сидеть, покойнички. Музыку слушать, пока не появится мой осведомитель. А если он вообще не появится? Что, так и будем прохлаждаться? Может быть, вы и прохлаждаетесь. А я работаю. А я смотрю, ты не ты, а? Такой расфуфыренный стал. Красавец. И часто ты тут так работаешь, а, ваше благородие? Извини, извини, моя радость. Тогда я был без работы, но при деньгах. А сейчас я на службе и, соответственно, крайне стеснен в средствах. Обрати внимание лучше вон на моего приятеля. Он при деньгах и очень соскучился по женскому вниманию. Правда? Да, правда. Пупсик! Эй, эй! Дамочка! Какой интересный! Ой, да, соскучился. До свидания. Всего доброго. Благодарю. До свидания. Благодарю покорно. Милости просим. Обязательно. Хорошенькое дело. Чего это мы этим осведомителям платить должны? Может, им еще усиленный паёк и штиблеты новые? Ну, конечно, вам же агентурная сеть не нужна. У вас же другие методы борьбы с криминалом. Как вы там говорите, перекуете? Перекуем. Угу. Ну, может, не сразу. А что нам? Всего доброго. Ну, хорошо. До свидания. Мне мой осведомитель рассказал кое-что по старой дружбе. Насчет попрыгунчиков? Да. Ну, кто главарь, у них никто толком не знает, а вот правой рукой у них якобы Ленька Мотыль. Старый знакомый. И что якобы отдыхает он сейчас в одном теплом местечке. Опять вы с шашкой на голову, успокойтесь. Нам не только Мотыль, нам вся банда нужна. Ну так проследить за ним, он на остальных и выведет. Тебе ясное дело нельзя. Давай я. Слушайте меня. Мотыль калач тертый. У него нюх волчий. Прошу вас, сделайте так, как я говорю. Ну что, братва, на хату и продолжим банкет? О, кого я вижу? Ваше благородие, господин Вараксин. Помнишь меня, легавый? Ну, как же вас забыть-то, Захаров? Помнит. А как на кичу меня закрывал, тоже помнишь? А я на воле. Революция! Амнистия! Да вижу. Вижу, что на воле. И я не при делах. Власть другая. Да, времена нынче другие. Потому что наша власть пришла пролетарская. Живи пока. Пролетарий, крыс причальная. Чего? Это ты мне? Эй. А кому? Пролетарий у станка стоят, а не по кабакам шныряют. Ну, падла. Держи его, а? Давай! Ах ты, мать! На! Вот! Осторожно, нож! Запомнил! Тебя еще встретим, падла! Спасибо. Соколов, можно я задам один вопрос? Да? Вы что, идиот? Виноват, признаю. Не сдержался. Но не мог я, пойми, спокойно слушать, как этот гад к пролетариям примазывается. А если Мотыль вообще попрыгунчиком никаким боком? Может, врал твой осведомитель? Может, и врал. Только проверить теперь этого мы не сможем. Да почему? Тряхнем этот кабак и... Наверняка у Мотыля там дружки найдутся. Угу. Они вам сразу все и выложат. Глупо и бесполезно. Хорошо, а что не глупо? Ну давай, учи!
Что в таких случаях делать-то надо, ну? Что делать? Искать человека, через которого попрыгунчики сбывают награбленное. Правильно. Значит, надо идти по рынкам. Угу. Вот там вы победу мировой революции встретите. Просто так ходить по рынкам жизни не хватит. Вот если бы найти человечка, который хотел бы купить какую-то конкретную вещь из числа награбленного. Ну вот, например, это ожерелье из черного жемчуга. Очень может быть, что скупщик сам на него и вышел бы. Так в чем дело-то? Дело за мелочь. Нет такого человечка, нет. Меня там каждая собака знает, а вы, простите, как не наряжайтесь, на купчика с полной мошной червонцев как-то не тянете. Купщик, говоришь? Погоди, а если есть подходящий человек? Я говорю, есть такой человек. Чего молчишь? Думаешь, я салага? Голова для бескозырки. Ничего путного придумать не смогу. Права была твоя сестра. Ну и характер. Невыносимый. Вы что, разговаривали с Анной? Черт возьми, я же просил Домбрекса не вмешивать в это дело сестру. Да ладно, что ты? Никто ее не вмешивал. Так случайно на базаре встретились. На базаре? Еще лучше. Я же велел ей не выходить из дома. Не выходить? Это почему? Да потому что она видела одного из налетчиков, и они это знают. Анна в опасности. Вы можете, наконец, это понять? Да не мельтеши ты! Хитрёно копать. Ну, раз такое дело, тем более надо действовать. Будь покоен, браток. Деньжата имеются. Я ж для крали, для своей. Да хоть с неба звездочку. А она, веришь, нет? Для шейки своей белой. Ожерелье хочет черного жемчуга. Только ты смотри, фуфла не подсунь. Я же ведь не Ермолай какой-нибудь. В цацках толк знаю. Так и знал, что время зря потеряем. Почему? Нормально же. А что такое, Николай Александрович? Не похоже изобразил? А чего же? Почти похоже. Только это почти может вам жизни стоить. Потом, когда вы преследовали бандитов, они могли видеть ваше лицо. Да ни черта они не видели, они драпали. Я очень жалею, что мы их тогда не догнали. Поймите вы, не должны эти гады над людьми измываться. Если я могу чем-то помочь... Спасибо, вы уже помогли. Потом, извините, вы человек гражданский, а мы не имеем права рисковать. Так что, извини, браток, жемчугову я тебе не продам. Это как так не продашь-то, а? А ежели я хочу это ожерелье, аж мочи нет? Может, ты ему мало предлагал? Тебе что, денег на меня жалко, а? Хватит, Кать. Что не бабье это дело. Что не бабье дело? На базар ходить не бабье дело? Так тебя одного или облапошат, или еще лучше обворуют. А ты, мил человек, ожерельце, ты мне уступи, слышь? Уступи. Мне гадалка нагадала, что не будет мне без черного жемчуга никакого бабьего счастья. Хватит, Кать, это не игрушки. А я не играю. Без меня ты все одно никуда не пойдешь. Ну и вдвоем же оно не так подозрительно, правда? Верно. Только это не имеет никакого значения, потому что никто никуда не идет. Да погоди ты, Вараксин. Это мое последнее слово. Честь имею. Кофе. Я даже не думала, что тебе так быстро выдадут паёк. Выдали и будут выдавать. Главное, тебе больше не придется ходить по базарам. А с чего ты взял? А, Соколов проговорился. Я прошу тебя, не выходи из дома одна. Хорошо. Хорошо. Сахар. Я только кусочек. Я как раз на базаре была не одна. Я была с Соколовым. У тебя неплохой напарник. Ну, он не отесный, конечно, но, по-моему, он очень даже надежен и симпатичен.
никогда не знаешь, что от него ожидать. А черный жемчуг есть? Да нет. А у кого-нибудь есть, не знаешь? Дядь, дай папироску. Ты пошел, что ли? Любезно, нет у тебя черного жемчуга? Какой черный? А у кого-нибудь черный жемчуг? Нет? Эй, любезный. Я слышал, вы кое-чем интересуетесь, но так вот, эта вещица у меня имеется. Точно? Ну, вот этот разговор. А то все базары обошли. Ну, давай, показывай. Я извиняюсь, но здесь это невозможно. Эта вещь у меня дома. Но тут недалеко. Хочешь, пройдем? Ага, ищи дурака. Сейчас заведешь куда-нибудь, шарахнешь по голове, и плакали мои денежки. Нет уж, давай мы здесь подождем, а ты сам принеси. А что это мы тут должны ждать, а, милый? Что, правда, есть ожерелье? Правда. И прям черного жемчуга? Черный жемчуг. Ну, пойдем. Пошли. Пошли, пошли. А далече живете? 2 минуты ходьбы. Ну, вещица-то хоть стоящая? Или туфта какая-нибудь? Да не сомневайтесь, отличное ожерелье. Очень подойдет вашей даме. Я все дрожу от нетерпения. И откуда, если не секрет, такое богатство? А не слишком ли много вопросов? Любезнейший. А ты что думал, я буду кота в мешке, что ли, покупать? А вдруг за этим ожерельем кровь, и что тогда? Да что вы такое говорите, а? Да какая кровь? Стоять! Да что вам надо, а? Я ж ничего не сделал. У него ожерелье то самое. Да нет. Из жемчуга. Нет у меня никакого ожерелья. Ну, обыщите меня. Ошибка вышла, господа хорошие. Ой. Что ж ты делаешь, а? У меня ж дети малые. Слышь ты, отец семейства, слыхал о директиве совнаркома? Воров и спекулянтов стрелять на месте без суда и следствия. Ну, а меня за что? Я ничего. Ожерелье где взял? Бес попутал. Мужик один дал. Пообещал процент, но я... Что за мужик? Как выглядел? Как назвался? Выглядел обыкновенно. Назвался Иван Бальгаузен. Кто? Что ты сказал? Иван Бальгаузен! А в чем дело? А то, что краденым торгуешь, гнида. Ну давай, дядя, выкладывай. Как ты с этим Бальгаузеном встречаешься? Ты же ему долю с ожерелья отдать должен. Должен, да. Мы с ним встречаемся. Стоять, гад!